И мы снова рады вас приветствовать, дорогие зрители. Доброго времени суток. Вы смотрите официальную трансляцию TI6 The International 2016. Групповая стадия. День первый. Liquid против Yhome. Карта вторая. Матч комментирует для вас мобстеры Бафик. Здравствуйте еще раз. Здравствуй, Бафик. Здравствуй, мобстер. И, собственно, последний вообще матч для нас на сегодня. Последняя игра даже. Так будет вернее. В этом противостоянии первую встречу выиграли, первую игру выиграли все-таки жидкие. И мы наблюдаем на второй карте уже очень интересные пики. На этот раз Liquid решили не банить Варлока, они забанили Бэтрайдера и Никс Ассасина. Yhome убрали Оракла и Дроу Рейнджер. Остаются при своем. First пиком забрали Шадоу Демона, китайцы. И Liquid отвечают Мирана и Тускаром. На Гасирена очень долго думали Yhome над своим вторым пиком. Использовали более минуты времени в итоге. И забирают Нага Сирену, которая в прошлой игре была у команды Liquid. Меняется немножечко местами. Нага Сирена была у Liquid, Мирана была у Yhome. Сейчас история меняется. Кстати, на ней ISISIS часто играл. По-моему, даже на как раз-таки вчерашних матчах ISISIS на ней нормально пилил. Да, было дело. Если мы вспомним. Ну что ж, не впервые им, а вот кого-кого, я радуюсь за Джерекса и героя, который ему предоставили. Это Таск, на котором он великолепно отыгрывал. Блин, я помню этого товарища еще в MVP, как же он там на Баунти Хантере. Хлоп-хлоп на Таске, хлоп-хлоп. И вот, возвращаясь к истокам, Таска мы видим и так не часто, а посмотреть за ним было бы очень и очень кстати. Ну а вторая стадия банов... Есть что по ней добавить у тебя? Да, какие моменты? Да, естественно, забанили Keeper of the Light и Warlock'а. Ребята из Team Liquid. Вчера мы видели связку от Yhome в виде Наги, Котла, Undying'а. Третьи герои были вместе. Warlock вчера тоже заходил в пик Yhome. Он выглядел достаточно устрашающе. Хотя, если я не ошибаюсь, то игру они проиграли как раз-таки с Warlock'ом. Да, по-моему... Это была игра против Execration первая, и они ее проиграли. Не знаю, почему же так боятся этого Warlock'а. Видно, Yhome прям... Работали над ним, брали, тренировали. Раз Liquid баня, значит, это не просто так. Ну и просто против него играть неудобно, не так часто это происходит. Тем более под Нага Сирену можно неплохо там проделывать. Расстелить. Много чего можно. Вот-вот. А Liquid третий пик тоже очень много времени на него тратят. И берут Дарксира в итоге. Пока сочетание не особо, конечно, крутое. Не видно, чтобы там сильная была какая-то связь. Непонятно. Но вообще неплохо работает Дарксир с Тускаром на старте игры, потому что Тускар может просто уйти к Дарксиру, и они вдвоем там неплохо могут подразвалить по двумя эншеллами. Как да, будет на деле, посмотрим. Что нам заготовили Yhome? Есть ли у них еще остались ли козыри в рукаве? Ну, тот же Undying может неплохо вновь зайти, если хотят ребята. Но вообще, пока до сих пор еще в пуле есть Титан, тот же, например. В пуле тоже есть тот же Faceless Void, но тут уже есть Дарксир, и возможно какие-то будут проблемы с этим, так что можно его отбросить пока. Ну, Титан смотрится очень неплохо, учитывая, что он под Нагу заходит нормально. То есть там под слип можно неплохой эрсплиттер положить. Посмотрим. А ведь его, знаешь, порой его боятся, банят на первой стадии, а порой, если не банят, то могут и вовсе не взять. Что за парадокс такой? Несымитница. Да, да, есть такое. Знаешь такое слово? Не знаешь, да? Это ваше? Да. Ну, извините. Что ваше, то ваше. Ну, это сродня слову недоразумение получается. А Джаггернаут от Yhome. А вот его-то мы ждали на прошлой карте. Да, я классика очень жанра. Хотел посмотреть Джаггернаута в прошлой игре. Он там неплохо вроде заходил, но в итоге ребята его не использовали. В этот раз берут. Берут, наверное, в центральную линию скорее. Ну, вообще тут можно будет варьировать. Можно будет Наку поставить. Вообще, Джаггернаут неплохо стоит против Дарксира на линии, поэтому Джаггера может быть пройти в легкую линию. Он не боится Эншелла, у него есть Хилингвард. Он неплохо стоит с Дарксиром. Соответственно, скорее всего, Джаггернаута будет использовать именно против Дарксира и ставить его в легкую. А Нагу можно в центр отправить, например. Такой план мне видится от Yhome. Liquid'ы раздумывают. Теперь уже их черед выбирать героя. Мирана, я так подозреваю, может быть, кстати, и вполне саппортящая здесь. С Тускаром она, в принципе, кое-как сочетается. Под шарды хорошие, можно дать и стрелу замечательную. Но не факт. Мирана может и вновь в центр отправиться. Тогда нужен еще один саппорт, Liquid. И
Я не сильно удивлюсь. Нет, Феникс, конечно, здесь мне не очень уже нравится. Джаггернаут имеется. Что такое еще может зайти? Возможно, какой-нибудь, кстати, Дисраптор здесь выглядит не так уже плохо. Опять же таки, с Дарксиром. Сочетание с Дарксиром, да и не только. Ну, появляется Дазл. Кстати, хорошая тоже связка саппортов у Скар Дазл. Активно очень. Слушай, могут прям... ребята убивать. А знаешь, к чему готовят? А, вообще, я боюсь, что это может быть все-таки снова Хускар. Ага. Но вообще, ты знаешь, Дазл здесь чем хорош? То, что ты забираешь его в одночасье и у команды E-Home. Посмотри, как было бы круто, если бы еще у E-Home был Дазл. Джаггернаут, Нага Сайрен, Шадоу Демон и Дазл. Это нереальная связка героев. Поэтому во многом, наверное, и поэтому Ликвид забирает себе Дазла. Не, ну, опять же, почему нет? Вот эти все саппорты, сейвичи сейчас нынче в моде. Порой даже... А вот Shadow Demon Dazzle-то, а? Связочка-то какая. Угу. Прям жесткая. Как насчет Тайдхантера для команды E-Home? Да, в принципе, смотрится. Любой хардлейнер. А все-таки Undying. Мы говорили, говорили про него только что буквально. Вот секунду-секунду. Я вспоминал пик вчерашний Нага Сирена, Undying плюс Котл. Котла забанили, но не забанили Undying. Ну, всех не перебанишь. E-Home вновь берут. Вчера хорошо заходил там Stone. Вчера неплохо исполняли E-Home. Эта стратегия работала. Да и Тамбу, кстати, тут разбивать кому? Ну, в принципе, так-то вообще по хорошим ранжом героям надо. Милишные все-таки будут задизейблены. Ну, еще один герой остается у Liquid. И за ними, кстати, право ласт пика. Угу. Баня Такса. И Хоум. Должны забанить сейчас Кэрри, по всей видимости. Возможно, кстати, что-то типа... А, Морф уже в бане, говорю я. Забанить Морфа бы. И Дровка тоже в бане, но в первой стадии была. Осмотрелась бана тоже неплохо. Ликантропа банят. Интересный выбор. Да, любят же ликвиды Ликана своего. Матумби отдавать. Тем более с Дазлом-то. Ну, посмотрим, Хускарт ли это. Честно, почему бы и нет? Ему особо не нужно, да, вообще, ему вообще особо не нужно какую-то там, знаешь, прям суперсинергию. Это Хускар. Он свою задачу знает. Да тут еще он есть на линии, у него Дазл вообще есть. Жесткий товарищ. Еще и Дазл есть. Забанили Акса, чтобы не контрить Дазла. Могут взять, конечно, там аппарат какого-то, но вот брать взяли Сенкинга, они. Красивый пик у E-Home. Да, сильно смотрится. Но большая часть героев милишники. А вообще, я согласен, что Дазл здесь смотрится неплохо. А с другой стороны, ты очень боишься играть против Наги в длинную игру. Ну, блин, ну какая длинная игра? У тебя рано... Нага сейчас, это нифига не длинная игра. Я, опять же, сегодняшнюю игру могу вспомнить тебе с TNC, где на 15 минуте камбэк, и Нага заканчивает к 35-й против Draw Ranger. Сегодняшний день не всегда... Скажем так, подходит у нас под не всегда такие... завтрашний, думал, ты скажешь. Ага, я ж тебе не тот самый товарищ. Хотя иногда и могу сказануть. Антимаг. А мне вот... не очень нравится этот, да, выбор. Мне но тоже. С другой стороны... Хотелось бы что-то более, знаешь, прям урон. Ну, может, конечно, через Вунгвард собраться, там, быть более-менее уже такой полезным боевым товарищем. Но вообще, это может очень неплохо поехать, потому что под тем же Эншелом Дарксира, действительно, с быстрым Вангардом, возможно, от Антимага, они могут неплохие драки навязывать. Но у E-Home хороший баланс персонажей, есть и Magic Damage в достатке, и физухи много. Вообще, очень неприятные герои у E-Home, с ними будет очень трудно. Но Liquid за счет Тускара, за счет Дазла в стартовой игре могут неплохо поработать по карте. Мирана в центре, это всегда потенциал для убийства. Джаггернаута, конечно, нелегко будет убить, но я все-таки подозреваю, что Нага отправится в центр, хотя SSI забирает себе Нагу. И... Корнага. Нет, ну... Возможно. Ну, может, конечно, свапнуться как-то, я просто к тому, что, мне кажется, Джаггернаута ставить в легкую против Дарксира куда лучше, чем ставить туда Нагу. В общем, посмотрим, как E-Home решат. Это мое мнение, а игрокам, естественно, виднее. И давай пройдемся, разберемся, кто на ком будет играть. Команда E-Home, Old Eleven сыграет на Сэндхинге, Old Lanem на Undying, Фенрир, Shadow Demon, Ice, Нага Сирена и Old Chicken на Джаггернауте. Кура играет на Дазле, Фата играет на Миране, Джерекс играет на Таске, Майнд Контрол играет на Драксире, Матумба Мэн играет на Антимаге. Как скороговорку сказал. И у нас уже Вардики расставил Old Eleven на Сэндхинге. Вот, да, такой и вот в центре. Вот такой смок... перспективный, да, с Таском-то давненько мы смог не видели, ведь с Таском что не смог, то в начале, тем более, да, когда ты ставишь шарды, аж на 7 секунд ты можешь кого-то просто заблочить очень сильно этими шардами.
И даже Сноубол, кстати говоря, тоже смотрится неплохо в таком случае. Айс-айс-айс. Не завидую я ему. И несмотря на довольно-таки большое количество армора, должны якобы его добивать. Уже выбили из него фласку. Мату Момент фраг в итоге не сделал. И First Blood достается Ехолмам. Олд Ланем одним дикеем 20 силы себе своровал. Посмотри, насколько он сейчас жесткий. 83 дэмэджа и 1160 кп. Что? Что, простите? Убийца. Вот так вот. О, боже, Ланем. Посмотри там... на вот этот бар просто. Да, ну там еще нормально дэмэджа, в принципе, в нем с Eleven. И два фрага. Да, неожиданно. Неожиданно. Ну, вообще, для это Liquid неправильно. Тут намного больше нанес андайинг, это вранье. Ну да, да, само собой больше. Это все вранье. Так, и вард вот такой. Вообще, в итоге эта вылазка, конечно, крайне плачевная оказалась. Так они заехали внезапно. Мне кажется, сильно шорты в итоге были бы лучше, чем этот сноубол, когда 5 человек просто прилетают. Ну, они не совсем ситуацию рассчитали, понимаешь? Действительно, когда ты под дикей в сноуболе летишь, это всегда закончится плохо, в любом случае, как бы там ситуация не развивалась. Просто они видели, думали, ну, кто-то тут бегает, один, наверное. Да, в таком случае бы сноубол очень кстати был бы. Но, увы, шардами там уже дело не обставить. Хотели фраг, получили. Все-таки отправили в центр стоять Джиггернаута. Ну как, Джиггернаут хорош против Мираны. Наверное, он лучше стоит, чем Нага Сирена. Но Наги будет сложнее против Дарксира. Зато у Делевана там какие-то он сейчас там леса будет фармить. Вроде как хардлейнер, который имеет потенциальный выход в лес, уже хорош. А для этого еще и не нужно ему приспособление иметь, да, это вроде Аренталона. Да, он не фармит там как какой-либо бистмастер, но все равно... что-то получает. Тем более тут дабл-линия вот такая. И укатывается от них Джеракс. Да они ничего не могут сделать. Дабл-линия должна якобы что-то делать, да? Ну, вряд ли этими персонажами что-то удастся сделать. Но милишный антимаг, если там Сэнкин как-то под пассивочку. Все равно, мне кажется, Матом Бумену... А что, у тебя позади стоит Дазл и Тускар? Да более того, там будут делать отводы, и ты будешь под вышкой тупо всех крипов добивать. Да, у тебя, может, нет пока топорика, но Матом Бумен тебе, может, подкупит там. Все равно БФ будет собирать. Хотя вот, блин, БФ, а может все-таки Вангуард? И по-быстренькому в драку. Должен много вывозить с нижней линии, стараться. У него неплохая здесь действительно ситуация. То есть хорошие герои для Дарксира. Он должен тут немало вывести, мне кажется. Но пока стартует он с 4 крипов. Не идеально, но неплохо. И напрягать нужно Асайсайса всегда здесь, не давать... Нага Сирене фармить прям свободно. На Драксире это можно делать. Ну и смотрим за перемещением Джеракса. Он уже с ботинком выдвигается и находит Ланема. Или Ланем находит Джеракса, тут еще непонятно. Окей. Ну а в центре Фата. Как у них по ласт-хитам? Он гоняет все-таки немного Олд-Чикен Фату. Но это тоже несущественно. Майнд Контрол. Спрятал Off Disruption Finvir и забирает руну. Богатство. С появлением левелов на Риптайде уже не так приятно будет Дарксиру. Довольно много дэмэджа ему прилетает от Наги. Нужно, возможно, стараться в 2 эншелла как-то пушить. Есть манга, если что, у Наги, поэтому пока мана не заканчивается. SSS может, в принципе, тоже стартовать с Аркейн Бутинок, потому что... Тут мана нужна будет постоянно отпушивать, постоянно рептайт придется использовать. Джеракс видит, как идет Олд Ланем, чуть Куру отступает. Ну, пару крипов достанется Олд Элевену. Куроки здесь ничего с этим поделать не может. Джеракс тоже чуть отступает, но они, в принципе, какое-то количество экспы получили. Джеракс получил второй левел, сноубол и шарды. И, возможно, с этого может стоит начинать, потому что шардами можно в миде Джаггернаута неплохо так подставить. И там Blade Fury не факт, что поможет. Ну, вообще подозреваю, что киллов мы здесь еще не увидим пока никаких. Единственное, что может на топе какая-то заруба получится. Ну, к этому все идет. И то, да, как-то все-таки Джеракс с Куроки занимают оборонительную позицию. А Old Eleven с Ланемом пока еще недостаточно агрессивную. Так они вряд ли смогут агрессировать таким... таким диком. То есть, ну кто тут что? Сэнкин копнет, хорошо, дикей, даже Тумпстоун. Ты просто убегаешь и все. Антимаг делает блинкаут, а все. Джеракс укатывается, Куроки бежит. Yeah. Главное, просто начать не подставиться. Для команды E-Home, баунти для Джиггернаута и Shadow Demon с дабл дэмэджем. Атака на центральную линию. Фаты могут быть проблемы. Могут проблемы также и у курицы. Но будут ли?
Еще бы ударчик Лонем сделал. Да, есть курьер килл, и там была баночка. И Фаты. Что тут у Фаты? Фенрир пока под вышкой может погибнуть. Фаты делает лип стрелу, кидает куда-то совсем не туда. Сзади к нему, конечно, тут уже буквально на пятки наступал Олд Чикен. Естественно, при помощи Блейд Фьюри тот свободно делает фраг. И даже остался жив Фенрир. Он сейчас об нейтралов убьется. Так. Все, он закупил. Варды, Рейндроп, Мэджик Ланд. В общем, товарищ счастлив. Килл курьера плюс убийство Мираны на центре. Замечательно. Здесь справляется со своей сдачей Ехоум. Олд Левен, четвертый левел, практически пятый уже. И у него все очень даже неплохо. 19 крипов он добил. Это очень-таки серьезный показатель. Но тут ему помогал Undying, естественно. Ланем не зря находился на топе. Кстати, на топ прилетает Фенрир сейчас. С Фенриром, возможно, будет шанс забрать Дазла. Конечно, это непростая задача. Но со вторым Пойзеном, Солкетчером и Дисрапшеном все может быть. Олд Левен продолжает добивать крипов и делает достаточно неплохо. Он, ты знаешь, вровень с Джаггернаутом идет, который стоит на центре. Своим же тиммейтом. Как там дела внизу у Нага Сайрон? Айс, айс, айс. 34 на 7. Майнд Контрол стоит неплохо. 20 крипов у него. Примерно на уровне с Сент Кингом. Хотя, казалось бы, эта линия для Майнд Контрола должна быть очень и очень успешная. Но он справляется айс, айс, айс. Справляется здорово. На топе. Ланем. Тут вообще три героя команды Ехоум. Он там спрятался так. Но все равно ничего не делает. Ланем... более-менее храняет хотя бы хоть как-то Сан Кинга, создавая лишнюю движуху, а Сан Кинг фармит. Причем фармит весьма неплохо. Уже там Транквиллы, Винлейс, Блинкдаггер. Уже, считаем, можно брать на него такую прям прямую до Блинкдаггера. 2000 накопить, не такая уж и проблема, когда он тут действительно чувствует себя как дома. Есть слип, есть степаут. И улетает на базу. Фенрир тем временем атакует. Солкетчер, к сожалению, не попадает по Матумба Мэну. Подкоп по таймингу, но Матумба просто блинкаут. И под хилл от Дазла, конечно, в процессе тоже был. Есть у него Ring of Health, поэтому, может быть, даже выпив фласку, не придется линию покидать. Но Ланем с Олд Левеном решили настоять на своем. И сейчас, да, останется Кура. Минус Кура. Хороший килл. Если я не ошибаюсь, манга была у Олд Левена, и он его использовал. И поэтому четвертый безответный фраг от команды Ехоум. В миде Олд Чикена тут пытались закрыть шардами. Был уже Блейд Фьюри, но не особо было много ресурсов, чтобы так вот липоваться, старп штормом давать. Олд Чикен еще ум не слэш имел. Поэтому не хватило ликвидов в миде убить Джаггернаута. Очень агрессивно действует Ехоум на топе. Пытается прогонять Матумбу. Но Матумба своих крипов добивает. Он практически не остается от Наги. SSS, кстати, Ранталон потихонечку приобретает. Уже аквилка у него есть. Что там в центре? На Фату какая-то вылазка планируется. Хотя ЛНМ вместе с Джаггернаутом вряд ли смогут убить вообще Мирану. Пока лип, конечно, первого левела у Фаты. Но его будет достаточно, скорее всего. Олд Левен. Шестой левел. Получил. Можно взять, например, эпицентр. Пока ничего не прокачивает Олд Левен. Неплохо его размяли сейчас. Нужно, наверное, на базу сходить. Маны нет. ХП, конечно, регенерируется благодаря там килл-тапкам. Но вот маны пока взять особо негде. Подходит, наверх, Джаггернаут. Есть он не слэш. На стан будет у Сент-Кинга. Информация владеет. Матумба Мэн, это было видно. Сказал он, наверное. На боте Смоук, Майнд Контрол вместе с Джераксом. Фенрир мог оказаться под ударом. Скорее всего, так и будет. Сноубол имеется, есть также шарды, которыми запирать пытается Фенрира. Тот дизрапшн дает, пытается пока бежать. Еще сноубол сверху, ТП сюда приходит. И как, вот какой подкоп. Но что-то у демона-то погиб, а еще и Олд Левену достанется. Могло бы, да. Выживает. Джаггернаут вверху немного размял антимага, так с ударчика Хаид прокнул. Moonlight Shadow, и у него есть умный слэш, так что если будет возможность, то он его даст. Куроки, скорее всего, уже погибнет. Не тут-то было. Есть тэп-аут. Матумба Мэн остается один на линии. И вышка потихонечку падает. Уже в который раз его отделяют от вышки. Просто заходит, отрезают крипов и хомы. И вышка продолжает падать. Матумба 47 крипстат имеет. Уже обогнал его все-таки Джаггернаут.
И Нага тоже впереди. Серьезно. Половина там еще лесных крипов. Подходят саппорты к антимагу. Это Джеракс и Фата на Миране, Тускаре. Стрела пошла. Стрела мимо. Но ее увидят все-таки игроки Хоум. Попасть под эту стрелу было тяжеловато. Когда она летит в тебя, и ты видишь, как она летит через лес. Да, под такие стрелы обычно сложнее попасть, чем не попасть. Джеракс может готовиться к сноуболу. Возможно, кстати. Вообще три персонажа вверху. Я бы, наверное, не стал нападать в такой ситуации. Хоть это, конечно, и Джиггернаут. Но у него 11 армора, не будем забывать. И практически 1000 здоровья. Пока Джиггернаут без обнов... без обновок у нас. Ничего нового мы не видим у Матумбы. Сигел ездит, замедляет Джеракс тут чуть-чуть. Что там, кстати, у Джеракса по билду? Два шарды, Сигел в один и сноубол в один. В принципе, все. Стандартику. Можно перейти, наверное, уже к общей ценности. Да, десятая все же минута. На ней мы видим, как лидирует Джиггернаут, потом идет Айс-Айс-Айс, Матумба Мэн выживает на топе. Не так много пока имеет Фата, да и фрагов пока особо не надел. Не было такой возможности. Топ-лейн Джеракса видит Ланем, тут его прогоняет. Матумба Мэн под вышкой, пока, которая стоит, но вскоре вышка упадет. Глиф Фортификейшн имеется, команда Ликвид, но вышка падает. Матумба Мэн спасается бегством, Джеракс тоже задерживается. А в центре еще одна вышка тоже упала, но ее заденайл Фата на Миране. И минус два тавера. Пока в этом показатель лидирует. Медленно, но уверенно пытаются выбиться в лидеры и хоумы. И графики нам об этом уже могут сказать. Уже преимущество, оно, скажем так, пока еще не слишком велико. Но заработать его исключительно фармом, давлением, не сказать, что фрагами, да, их не так было много сделано. Это действительно дорого стоит. И антимагу тут выбирать не приходится. Придется наверняка собирать БФ и идти как-то фармить леса. Хотя, судя по тому, что к нему летит, мы сейчас сделаем определенные выводы. Это Void Stone. И да, это Perseverance. И вот чего-чего, вот это мы любим меньше всего. Паузы. Да я думаю, так же, как и игроки. Чуть переведем дух. Да, вот я как раз зевнул, потому что все-таки усталость уже сказывается. Это 10-я игра сегодня. 13-й час эфира. 13-й час эфира, но это хорошо, это не может не радовать. Такой график я люблю, но, к сожалению, на последнем матче нужна энергия. И Ехоум с Liquid в предыдущей игре подарили нам много энергии, хорошую игру продемонстрировали. В этой пока игре мы видим доминацию от Ехоум на старте. Три героя этой команды находятся на лидирующих позициях показателям общей стоимости. Но все еще может измениться. Это преимущество начальное. Оно вообще бывает очень часто теряется командой. Потому что начинается мидгейм. И многие коллективы в мидгейме порой бывают выступают не самым удачным образом. Я бы не сказал, что это команда Ехоум в частности. У них-то как раз все может нормально пойти. Но и какие-то ошибки допустить в мидгейме могут. Liquid очень опытный коллектив, который всегда может поменять темп игры, если им что-то не нравится. Они всегда, часто бывают, пользуются ошибками оппонента. Как и OG. Оба европейских коллектива в чем-то схожи между собой. Смотри, какое выразительное лицо у Undying. Как тебе? Какая отвратительная рожа! Мне кажется, он тоже недоволен паузой. Явно недоволен. Ровно как и вот этот товарищ. Вообще, вот если ты хочешь скоротать время в игре, пока у тебя пауза, это лучший способ посмотреть на вот эти забавные мордахи. Конечно, Valve постарались, чтобы сделать их максимально смешными. Стилизация выросла, кстати, на самом деле. Да, это правда. Ребята стараются, и модельки, если вы помните... Как они выглядели раньше, то сейчас это вообще топчик. Вообще по игре, давай немножечко тоже попробуем рассказать, что будет дальше. Пока мы видим, что... Ладно, надо выйти с этого суперрежима крутого. Значит, нет до сих пор сетки у Наги. Сетка, которая может быть неплоха в этой игре. Пока не качает ее. SSI, то, о чем мы говорили, обычно берется...
Mirror Image, Maximum и Riptide. Иногда в процессе качают Ultimate, как он и сделал. Это во многом благодаря тому, что его убивал Darkseer внизу. Пришлось ему прокачать этот Ultimate. Ну и вроде как готовый E-Home. Снова headset, снова какие-то небольшие неполадочки. Но все быстро решается, и мы продолжаем игру. 12-я минута, E-Home лидируют, ликвиды позади. Но первую игру этого противостояния они выиграли. Old Chicken. Вверху фармит, никого особо не боится. И появляется Blink Dagger у Sand King. Так вот, в перспективе, конечно, ликвид смотрится очень неплохо. Но E-Home сейчас должны по логике вещей идти и давить. Для этого у них все ресурсы имеются. Вард Ланем ставит вот здесь, около Рошана. На возвышенности. Перетягивается Old Eleven. Матумбамен может оказаться под ударом, кастуется. Эпицентр, врыв. Old Chicken, Omnislash. Крипов как раз-таки при помощи эпицентра забрали, так что Omnislash пошел в одну цель. Пытался сделать блинк антимаг, практически ему это удалось. Конечно, было бы забавно, если бы он в итоге пережил этот прокаст. Да. Неприятный от E-Home, но это килл. Это килл и хороший заработок вновь для команды E-Home. Sand King 400 золота принимает с этого убийства. Блин, Dagger есть, и вот он начинает работать по карте. 1-0-2 это только начало. Есть Windlace, он перемещается чуть быстрее, также и Транквиллы дают весьма неплохой мовспид. В общей сумме 402. По карте от Eleven должен работать в теории замечательно. Посмотрим, как будет на практике. 3 минуты есть у SSS, чтобы повторить результат по Radiance в предыдущей игре у Liquid. На 16 минуте там Матумба приобрел себе Radiance. Атака на Кура внизу, но есть подмога. И врывается Jerax. Хорошие стоят шарды. Минус Фенрир, скорее всего, будет. Еще бы ударчик сделать, но он просто догорает от Айншелла. Томстоун тоже разбивает. Дарксир зарабатывает помимо вот этого килла 350, еще 150 на Томстоуне. Что не может не радовать. И тотал, конечно, у него очень хороший получается. Ну, топ-лейн у нас, как видим, Old Eleven вместе с Old Chicken давит довольно сильно. Сейчас еще крипочков, может, зальют. И ТПшечка не дает там просто так пушить вышку. Ну, приходит сюда Darkseer, но антимага пока не боятся. Ну, смотрят на него и думают, а что этот антимаг сейчас нам сделает? Пока антимаг не настолько силен. Там уже и четкой фиксации у Liquid есть, но много слишком, но... Поэтому антимага просто можно стоять, сидеть на одной линии, смотреть ему в лицо и говорить, ну и чё ты, а? Да, БФ собираешь? Можно так говорить. А Джиггернаут, он уже фраги делает. Правда, ассисты только ему пока достаются, но Old Chicken поучаствовал в 4 из них, из 5. Уже линзой обзавелся Shadow Demon у нас. Фенрир в этой игре тоже времени зря не теряет. Фармит практически как Эрстайл. Конечно, Иван сегодня вообще нам продемонстрировал прекрасный фарм. Я был сегодня шокирован его игрой, но после игры я его встретил. Ребят, конечно, недовольны результатом. И вновь эпицентр готовится у Old Eleven. Правда, нужна какая-то поддержка. Куро, он понимает, что, скорее всего, вряд ли удастся ему забрать. Хотя, ты знаешь, Куроки в одиночку можно и убить. Попытаться, да. Ну, он да, раскастовывается. Пошел прокаст. Бегает на Куро, и пока крест успевает себе кинуть. Да, он долго думал, стоит ли это делать. В итоге Куроки делает тэп-аут. Old Eleven получает стрелу. В песках пытается уйти. Валрус панч. До свидания. Пытка была хороша, но фокус не удался. Куро выживает в итоге. Шоу Грейв хил его спасает. Может, пытался посчитать, но, в принципе, чуть-чуть. Да там не хватило, там буквально... Да тычки не хватило. Да, самую малость. Вообще, если бы там крипчанские умерли рядом, но они что-то долго умирали, мог бы, наверное, лопнуть. Там нужно было ударить, ударить. В общем, там четко нужно было все сделать, и не успел просто все это Sand King провернуть. Меканс у Mind Control и 430 золота свыше этого. Джиггернаут 2000 после Яши. Будет ли это сразу выход? Манта стайл. Или в итоге будет покупать какой-нибудь Battle Fury. Посмотрим. Чикен разберется. У Левина уже 1500 после... Кура получил Дагера. Пурч. Демоник Пурч. Видимо, хотел Фенрир заставить свою команду напасть на него так дерзко и нагло, забрать его под вышкой. Но отогнали ликвидов. Сами же при этом могут еще чуть на этой линии постоять, подфармить. А может быть даже и напасть на нее. Все-таки 32 секунды остается до эпицентра Old Eleven. Позицию уже выбирает себе.
подходящую. А ведь и Брустрайка может оказаться достаточной для инициации, если вдруг будут нападать. Но вышку хотелось бы, наверное, уже забрать. По вышкам сейчас Ехом работает весьма неплохо. При этом, что сами они не потеряли ни одной вышки вообще. И Джеракс. Хорошая позиция у Сент-Кинга, он подкапывает Джеракса. Там крипы оказались, если рассчитывали на то, что заберут через Omni Slash, то не тут-то было. Подпушил сверху линию Фата, но приходит SSS и защищает свою вышку. У него, кстати, есть Сакрет, и результат Матумбы он практически повторяет. Ну да, там разница не столь велика. А тем временем БФ у антимага. 17-я минута, это БФПТ. Может быть, не самый быстрый, но мы все прекрасно помним, в какой ситуации оказался Матумба Мэн. Нападение в итоге здесь. Поймали. Да, Олдчикина пытались как-то, ну, прогнать, прогонят, наверное. Вышку, может быть, все-таки не станут уже Ихома забирать. Может, конечно, настоять на своем, потому что Олдчикин полностью отрегенился при помощи котейки. Вышка потихонечку падает. Уж продолжается. А эпицентр остается у Олд Элевена. Под стрелу чуть было он не попал, у меня аж так... Испугался я за него. Вот он в лес отступает, выгрызает. Продолжится давление на этой линии. Ликвиды просто никак не могут за нее ворваться. У них нет какого-то конкретного инициатора. Пойди доберись еще до Ехомов. Это не так просто сделать. А вот Ехомы могут опять за счет Old Eleven. А тот, кстати, под смоком линию покинул и вот куда-то вот перемещается. Наверное, в перспективе куда-то на топ. Идти искать антимага? Не знаю, не знаю. Мне кажется, он бы мог пригодиться на боте как раз. Он пока сам не знает, куда ему лучше выйти, пока на центре остановился. Скан юзали, ребята. Несколько понимают положение друг друга. Юзали его что одни, что вторые. Там что-то страшное происходит в матче команды Secret. Ну, у нас сейчас пока спокойно. У нас страшно было на прошлой карте. Кстати, что... я... прошелся между нашими играми после первой игры Liquid и Home. И там секреты вновь получили своего заветного Виспа и Хускара и вновь развалили. Да, я тоже там пообщался с ребятами. Третий раз подряд. Так. Есть Moonlight Shadow. Погоня за Джиггернаутом. Есть вакуум от Малконтрола. Стрела и влетает стрела хорошая. Под вакуум-то, а? Но есть Song of the Siren. Ice, Ice, Ice. Подходит Old Lanem. Ставит Тамбу. Сигил работает, Вив тоже кладется, все замечательно. Там Сент-Кинг где-то копает, и копает он Джеракса. Скорее всего, Джеракс погибнет, никуда не девается он отсюда. И ну не и... так много ресурсов было потрачено. Сон вполне себе закономерно, а ведь еще остается эпицентр, Omni Slash и Demonic Purge. Вышка за командой и Home, в конце концов, должна падать. Глиф Fortification прожимается со стороны Liquid. Но вышку уже не спасти. Владмир появляется у антимага. Инвир создает, кстати, как раз таки иллюзии Матумбы. Вот что неприятно. Да, он сейчас будет этими иллюзиями пушить вышку. И вышку, в конце концов, он добивает. Конечно, не пытаются... Ну, не простить ему это Liquid. Естественно, погибнет Фенрир. Но дело того стоило. В этот момент его тиммейты забирают вышку на боте. Тай совершенно беспечно, здесь ничего не угрожает. Кстати, купил себе Diffusion Blade Джиггернаут. Успел я это отметить. Сразу же после Яши. Old Eleven имеет Point Booster и немало денег, в принципе, уже 1400. Остается буквально 1600 и будет агоним. Хороший показатель на 20-й минуте для оффлейн Сент-Кинга. Ice, Ice, Ice. Приобретает себе рецепт на Тревела. Там что-то страшное действительно происходит в этой игре команды Secret. Ну, можете параллельно поглядывать на стрим. Эта игра идет на Dota 2 TI, нижнее подчеркивание ru. Комментирует ее для вас Вилат и Годхант. Можете поглядывать этот стрим обязательно. Но здесь игра не менее интересная. Она имеет шанс затянуться очень надолго. Все-таки у одной команды антимаг, у других Нага Сирена. Причем, если у команды Liquid есть иллюзии там с Драксира, которые могут появиться Нага Сирены неприятные, да, из-за стеночки Джиггернаута, то Shadow Demon — это прекрасный пик против антимага. При том, что Shadow Demon был взят первым. Ой, посмотри, прошел мимо Сентри. Даже, ну, увидели его на этой Сентри. Old Eleven просто заревилил смоук. Команда Liquid. Те вообще ничего не смогли сделать. Он просто мимо проехал, его не успели. Очень поздно воткнули Сентри.
И Sentry сейчас показывает, естественно, что там вот Sentry воткнули. Old Eleven просит, наверное, убрать ее. Ну и лишь на 22-й минуте у Фаты появляется Аганим. Не самый лучший результат для Мираны, но это хорошо, что появляется. Да он фрагов не делал, ни одного фрага не сделала Мирана до появления этого Аганима. Мы будем смотреть за действиями Ехом. Вновь неплохую позицию занимает Сент-Кинг. Посмотрим, какая будет инициация на этот раз. Чем хорош пик Ехом, то что всегда есть красная кнопка от Мираны, неплохо врывается Джиггернаута. Вот этого товарища. Джиггернаут, правда, умер, а я думал, что именно с эпицентра ворвется Old Eleven, но не тут-то было. Эпицентра нет, зато и слип. И сейчас попытается все это дело раскастовать. Бороу Страйк также, возможно, будет двоих впоследствии. И Джерекс и Сфаты должны наказывать. Антимаг ворвался, мановойд минус Сент-Кинг. Да, и Фата, кстати, очень битый, но он под шалоу Грейвом дерется. Тумстоун работает, не лезут на рожон ликвиды, делают совершенно правильно. Погоня от Олдланема за Фатой, что ли? Это вообще очень странно. Олдланем еще и дикей дает. Фата все еще живет, отбивается банкой, но ненадолго. Добивает и его. И тут еще есть вот этот товарищ. Рядом, конечно, есть очень и больно. Mind Control. Он вроде бы как хотел дать ему Сурдж, но тот был у него в кулдауне, так что Кура тоже никак не спасался. В миде вышку еще можно забрать, 170 кп у нее остается. Не смог скасить эпицентр после слипа Сент-Кинг, ну как раз таки во время слипа, потому что маны бы ему просто не хватило. Он понимал это прекрасно, поэтому он не кастовал его. Он дал Боров страйки, после этого мана у него просто закончилась. И вот как раз таки и хлопнул антимаг. Но если бы там после еще этого... был эпицентр, было бы, конечно, поприятнее в драке, намного поприятнее. Ну и давайте взглянем на графики, как они меняются после этой драки. Ехом оставляет за собой преимущество, но графики чуточку пошатнулись. По XP у нас и вовсе преимущество, вовсе, говорится, на стороне Liquid. Но по факту это еще совсем не так. Много же надо отыграть, надо еще артефактов получить на второстепенных героях. Антимаг свой, конечно, выфармливает, но это он свою работу выполняет. Матумба Мэн прекрасно понимал, что здесь не просто придется... Early game был исключительно за командой Ехом, и сейчас он выбирается и тем самым будет вытягивать команду за собой. Тяжелейшая ситуация у Liquid, потому что все внешние товара снесены командой Ехом, и вы играете против Наги. Да, да, это неприятно. Это очень трудно. Когда в сирене будут пушить, а с другой стороны, ты будешь всегда получать фарм уже близко к себе, не придется далеко гулять за ним. Какой-то плюс в этом есть. Но все равно соперник будет фармить всю карту. Это понятно. Соперник все равно будет больше денег получать. И Рошан очень быстро забирает. Скан использует команда Liquid. Понимает, где соперник находится. Близ Рошпита. Там стоит Old Eleven. И вот как раз скан и заметил. Ну, команда Ехом свободно забирает Рошана и забирает Аегис. Если я не ошибаюсь, это был скан команды все-таки Liquid, да? Да, Liquid, Liquid, да. Да, все правильно. Забирает Ехом Рошана, действительно. И пойдут пушировать. Да, можно, в принципе, наверное, заходить на ХГ. Есть. Ну или пытаться, хорошие... почему нет? Есть хорошие артефакты, Нага, в принципе, Яша плюс Radiance. Всегда можно Нам нажать слип и отойти, если вдруг проблемы будут. Ну то решает задефить, да. Есть слип от Наги. Слушай, цель-то важная. И Old Eleven подкапывает, и Матумба Мэн делает блинкаут. А эпицентра не последовало, а ведь он был. Мунлайт Шэдоу раскастовывается, антимага видит перед собой. Дали просвет, антимаг сделал блинк, ты паут, брустрайк! Хорош, Old Eleven, просто хорош. Ставим галочку. Красавец, порадовал старика. И параллельно Old Chicken еще забирает, причем безумный слэш от Ускара. Что вызывает определенные вопросы. Как же так? Но был использован Diffusion Blade, и Монтастайл Old Chicken'ом. Классно, очень классно сыграл и очень чутко сыграл Old Eleven. Прочувствовал ситуацию по максимуму, поверил себе. Стрела летит мимо. Хорошо расходится. Old Chicken, Lanem все здесь. Да вообще вся команда в живых остается. Ice, правда, отсутствует там. И, возможно, придется несколько аккуратнее действовать команде Ехом. Без слипа они не смогут отойти. Так, более-менее безопасно. Возможно, и даже вышкой это не закончится. И блинк из-под стрелы. Old Eleven, Old Chicken уходит на Blade Fury. Да, и остается буквально 500 монет до Аганим. До Аганима Old Eleven. И манта стайл у Naga Siren. Это две манты уже. Одна у Джиггернаута, другая у Наги. Сейчас можно просто иллюзии отправлять на башню, потихонечку пушить. Скрипами, правда, это нужно делать, пока Нага подпушивает нижнюю линию.
и параллельно отправляет иллюзии на фарм леса. Конечно, Ice 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 контролит здесь шикарно. Он-то на этом герое играть умеет. Наверное, уже не один десяток игр провел. Ну и можем снова посмотреть на графики. Преимущество вновь команды E-Home. По артефактам. Mind Control с даггером это мы видели уже. Ментоставу Матумбу тоже видели. Ничего нового у Фаты. Кура копит себе, скорее всего, на форстав. Или же на Юл. Да, Юл есть, Виндлейс, может быть. Пригодится, кстати. Юл неплохо, тут же Гернаута частенько. Например, у тебя утят или что-то в этом духе. Поэтому, конечно, обратно вакуум и минус Джиггернаут. Минус Аегис, если быть точным. Да, но теперь это был Мана Войд в кулдауне, 60 секунд. Только что на этом акцентировал внимание. Продолжается пушить команды E-Home. Да, нет Гиды, но я думаю, что это не критично. Через 2 секунды будет Монтастайл очередной. Уже, по идее, Нага должна будет вернуться. Кстати говоря, нифига не вернется. У SSI телепорт в кулдауне, конкретно Тревела, так он вернулся. И со слипом может продолжить. Но его и команда подождать имеет право. Зачем торопиться и лезть на рожон? А SSI, в принципе, должен к ним присоединиться, наверное, нет? Немного странно то, что уже понесли курицу и не подождали. Там буквально оставалось 60 монет Old Eleven до Аганима. Сейчас придется возвращать курицу обратно и вновь ее нести обратно. То есть тут такое дело. Мол, Чикину прилетает даггер. Создает иллюзии также Финвир. Вообще такая вот, знаешь, бесконтактная пуш-стратегия получается. Ты отправляешь иллюзии, у тебя есть Disruption, у тебя есть 2 Монтастайла. У тебя есть Mirror Image, Нага Сирены. Ты просто постоянно ведешь пуш, даже не участвуя при этом в этом пуше героями. Ты просто управляешь иллюзией. Героями и даже не некрами, за которые хоть какое-то количество денег дают. Просто иллюзии. Пустышки. Это так. Не за горами уже. Ладно, и Октарин Кор. Небольшая такая стрела. Пятибальная залетела. Ничего страшного. С урипом тот себя полностью восстанавливает. Очередные иллюзии Shadow Demon. Так, тут не только иллюзии, тут Disruption был Матумбу Мэн. Пол хп ему сбрили, лип делает Фата. Никакого вреда ни команде E-Home сейчас не нанесли. Иллюзии продолжают пушить бараки. Причем начиная с рейнджового, вновь Brawl Strike Blinkout. Очередные иллюзии Disruption Shadow Demon. Ну и практически сломали рейнджовый барак, остается 100. Там на топе Нага тоже сплит пушат. И обратила сразу свое внимание и свой взор на тир 3 в топе. Сложнейшая игра для Liquid. Будет очень трудно выбираться из положения, если вообще этот выход имеется. Выход есть всегда. Вопрос только в том, что E-Home могут не ошибиться. И накатились или нет? Джерак себя, кстати, так немного подставил. Демоник Пурш получает после того, как ему дали Сурж. И, конечно, шансов на спасение тут особо нет. И Disruption, и Sleep. Все здесь сразу дали. И спасли тем самым, возможно, жизнь даже у Чикину. И Сэнд Кин гультит. Хорошо копает под бум. Стенка стоит. Умирает пока только один герой. И как же сейвит антимага. Он еще и взрывает Джиггернаута. Здорово отыгрывают Ликвиды. Слушай, могли бы и провалиться здесь. Но держится. Держится. Цепя. Забрали Джиггернаута. Недалеко не самый богатый герой, конечно, на карте. Второй герой команды E-Home. Прекрасно понимал, что, возможно, погибнет. Выпустили из внимания Дазла. Там нормальная позиция. Главное, что сами не погибли, да. Сами не погибли, ушли, но забрали барак. Запятую пока поставили, но не точку. Я еще имею в виду, главное, что Ликвиды сами не погибли, потому что неплохо входил, в принципе, Сэнд Кинг. Нужно, наверное, обращать все-таки внимание Сэнд Кингу в первую очередь на Дазла, потому что этот парень просто сейчас засейвил антимага. Да-да-да, я тоже хотел сказать, что его просто оставили без внимания. Спасает ситуацию для своей команды в итоге Дазл. Сегодня мы вообще частенько видим отличное исполнение от Дазла. Уже не первый раз прекрасное исполнение. А чего удивляться-то? The International, топ-16 лучших команд мира, а? Ничего удивительного. Ничего удивительного, правда. Да. Но пока многие матчи удивляют все-таки на этом турнире. Я уже был удивлен матчем TNC Wins, который мы с тобой сегодня комментировали. 0-2 в пользу TNC. Юго-Восточная Азия, один американец порадовали. Не напоминай. Молчу-молчу. Вновь рвутся в бой E-Home. Вновь у них все наготове. Слип будет через 19 секунд. И опять можно продолжить стратегию иллюзорного пуша. Да, так. Отправляем иллюзии, сами расслабляемся, отдыхаем. Ну, я бы не сказал, что прям отдыхают E-Home.
позицию все-таки надо держать. Понимаешь, все равно как-то ты не сильно рискуешь при всем при этом. Не, ну... Куча иллюзий отправил, да? Просто стоишь. Они только в нападении на могут. Дистанции. Ой-ой-ой-ой, Old Eleven, зачем ты так? И туда, конечно, идет поддержка. Туда просто был вынужден идти Old Chicken под стенку. Сейчас попадается у Рип очень кстати. Old Chicken все еще живет. Old Eleven отступает своим ходом. И вновь у нас такая интересная драка получилась. При этом эпицентр не был использован. При желании Old Eleven, правда, маны у него нет. Хотелось сказать, что может ворваться, например, с эпицентра, но действительно недостаточно маны для этого. И ее нет. Да, ее неоткуда взять. И залить никто не может. Все транквилы взяли. Но тактика пуша иллюзиями работает. Т3 Тауэр упал на верхней линии. На центре пока подпушивает крипы потихонечку. Кстати, далеко находится антимаг пока от своей команды, но у него руна ускорения, он быстро доберется до своего коллектива. Дисрапшн, и дальше иллюзии отправляются в пуш. Крайне неприятная, крайне противная стратегия команды Ехоум. Вроде бы ты ничего сделать даже не можешь. Просто ничего сделать не можешь. Да, у тебя еще твои герои вроде бы как должны еще наращивать силы. Вообще реально выглядит как-то... мерзко. Неплохо справляется Мирана с этим пушем. Миране бы не помешали, наверное. Но она за это денег не получает, за эти иллюзии, понимаешь? Не, ну они понятно. Фарма сейчас не получают на хайграунде. Ну, понятно. Но она скрипов, по крайней мере, получает. Какой-то плюс. Ну, немного, но все равно. Всю карту запармливает Ехолмы. Да, и видимо Нага Сирена это... ведет. Ну, Чикен тоже справляется неплохо. У нас Moonlight Shadow. Скан был использован командой Ехолмы. Ой-ой-ой, как спалили-то этот, а не Moonlight Shadow? Прочитано Ехоум ими. Если что, имеется слип у Наги. Причем и стрелой отбрасывается Нага. Заметил уже это Ice Ice Ice. Гонит он их вперед. Возможно, под слип даже гонит их сейчас. Антимаг тут внезапно нарисовался. Сетку получает. И в итоге Бурл Страйк еще. Отличный подход. Великолепное продолжение. БКБ антимаг нападает. Тот пытается напасть, по крайней мере, Ехоуму. Пока не очень это получается. Естественно, слип дает Ice Ice Ice. И сейчас БКБшечка может закончиться. Поэтому сразу же пытался ретироваться антимаг. Но БКБ закончился. Попал под слип. Стяжка, стенка. Ну, пока так себе, если честно. Погибает Матуба Азов. Погибает Джерекс. Отлично. Ну, Матумба врывает шаду демона, и что в итоге? Остается... Он неплохо дэмэджа еще просто в процессе нанес ребятам, которые были неподалеку. Посмотри. Не убил же. 4000. Ну, не убил же. Не убил, но испугал. Знаешь, тоже неплохо. Да, сейчас, когда падают бараки, испугает бы кого-нибудь. Ну, смотри, с другой стороны, нет слипа. Не будет пуша последующего, возможно. Ну, такого не потеряли ключевых героев Ликвид. Да. Да, поэтому они еще имеют право побороться с соперником. Вообще есть Рошан. Я не знаю, что так сильно разбивается Ехоума базу. Можно попытаться Рошана забрать, но, наверное, боятся все-таки драки в Рошпите. Как бы там ни было, под стяжку, если хороший мановоид зайдет, будет как неприятно. Там вновь Матумба Мэн вовремя отступил. Все-таки заходят на Рошан. Только я про него сказал. Ну, надо подкрепить, конечно, ситуацию Аегисом. Зайти уже, окончательно поставить жирную точку. Кстати, может и неприятно закончится для команды Ехоум. Будем смотреть, как будет Ликвид реагировать. Они должны понимать, что ребята... из другой команды на Рошане. И сейчас мы видим, что есть смок, в принципе, в наличии. Джерекс может его прямо сейчас прожимать. Возможно, мы видим просто драку. Уже все. Там Moonlight Shadow, в принципе, мог бы быть уже наготове. Сюда, конечно, приходят ребята. Матумба Мэн ворвался. И его сейвит пока Shadow Demon. Матумба закончится БКБ. Сейчас еще ударчик. Он убивает Айса. Рошан все еще живет. Тупстом стоит. Стяжка хорошая. Ланем. Ланема нужно добивать. Как же горит команда Ехоум. И как же здорово вошли Ликвиды. Они переворачивают игру с ног на голову. Матумба в погоне за Олдчикеном. Пока параллельно еще драка у нас растянулась. Айса на ББке прилетел. И погоня уже, наверное, будет от команды Ехоум. Да. Баш сработал. Кстати, минус да, Джиггернаут. Добили Джиггернаута. И байбек делает Джиггернаут. Ну, непростительно это. Джерекс здесь пытается забрать Old Eleven вместе с Фенриром. Дизрапшн. Его-то тут, наверное, не простят. Хорошо, но это лишь таск. Матумба Мэн в сетке. Тут Айс-Айс-Айс за ним гнался. Тот делает блинкаут. Рошан. Там 1200 хп остается. Его заберет команда Ехоум. О, боже. Как же это было круто. Все-таки благодаря байбекам ситуацию исправляет Ехоум. Хотя, ну, здорово. Очень здорово Ликвиды вошли. Во многом благодаря, конечно, действиям Матумбы. Не, честно, они не так много исправили по факту. Да, они забрали там круг героев основных. Выбили из них байбеки. Нет, даже... я имею в виду, что за счет байбеков Ехоум исправили ситуацию. Потому что Ликвиды Да, да. Если бы... Я думал, ты про Ликвид. Да. Так, так-то Ехоум, да, выбили байбек. И сейчас, возможно, тех... заставят задуматься, ребята. Просто, а смотри, может, вы не будете рисковать, если а? Если бы не вот эти байбеки, то Рошан бы отправился команде Ликвид без размена совершенно. Да, было. Все верно. Но, с другой стороны, смотри, какая петрушка получается. Если сейчас вдруг Ликвиды... кого-то теряют из тех, кто сделал байбек.
Нет, как раз-таки Liquid-то не делали байбек. А, не-не-не, я про то, что теряют Тихомы. Да-да-да, вот. Если сейчас Liquid проводят хорошую драку и убивают при этом корп персонажа Ехом, мы можем увидеть камбэк, потому что, конечно... Потом Бомен. Ну, слушай, ты как-то за... Что творишь? Желторотик? Нет, Фенрир, подожди. Но его подхиливает ман-контрол, пока неплохо. Матумба живет, блинкаут, все-таки выживает антимаг в этой ситуации. Конечно, я чуть не насквернословил здесь. Да я сам как-то испугался. Матумба-мен чересчур. Бараки упали. Подставился, как по мне. Вверху это был рейнджовый барак. И... Эпицентр есть. Он не собирается отходить. Да не-не-не, все, уже тут походу будут, возможно, до конца. Есть Аегис. И если сейчас кого-то потеряют ликвиды, ой, будет неприятно, потому что байбек есть только у антимага и у Дарксира. Ну, это неплохие байбеки. Неплохие байбеки, но порой даже и тот же самый Дазл играет ключевую роль в драке. Его потерять тоже было бы неприятно. Ой, как неприятность! Никакие ждали тут! Мирану потеряли, Джеракс чуть было не погиб, крест от Дазла его, по-моему, спасает. И выбили только Эгиду из Джиггернаута. А неплохо. В этот момент сейчас его тиммейты будут потихонечку заходить на рампу. Айс-айс-айс дает слип. Под слип, правда, не попадает команда Liquid. Это плохо. То, что Ехом потратил слип, сейчас 40 секунд у Liquid есть. Да, они... Нет, ну, слип 40 секунд подождут. Нет, подождут. Конечно, подождут, да. Но сам факт, что Мирана появится как раз-таки уже к этому времени, это приятно. При этом байбеки незабываем остаются еще у антимага. И отсутствует Эгида. Да. Это тоже важно. Будут рисковать, наверное, Ехом. Прям смотрю на них, нервишки шалят. Ну, они, в принципе, ничем не рискуют. Они могут просто дождаться, например, еще серии бэйбэков от своих. Да, могут подойти, но они ведь все-таки не уходят. Да. В принципе, а что им ходить? Они владельцы ситуации. Вот сейчас, когда появится Мирана, наверное, все-таки их хоум осадят слегка. Все-таки продолжать пуш мало логично. Есть возможность напороться просто на сопротивление серьезное от Liquid. Проблема Liquid в том, что сейчас, даже если они выигрывают драку, этого далеко недостаточно. Тавров очень много стоит у Ехом. Лишь один тавер снесли Liquid в этой игре, это нижний Т1. Даже Т1 в центре и вверху стоит. То есть даже при таком раскладе, что идеально будет сыграно от Liquid, драка будет выиграна. Нет, ну теория идеального замеса это... Нет, к тому, что ничего успушить в итоге не удастся. То есть ты снесешь там максимум по пару таверов на линиях, ты не снесешь сторону, скорее всего. Это проблема. То есть тут одной дракой не отделаться Ликвидом. Стрела в Андайнга. Неужели? Не, ну так Мирана вышла, так, ну пойдемте убивать. Да не тут-то было. Пока добежит, уже там уже выйдет из стрелы Андайнг. Да и покинут свой хайграунд в таком случае Ликвид. А им принимать драку вне хайграунда, наверное, не стоит. Ну и все, вновь имеется опять же у Ехомов. И со слипа можно будет начинать в случае необходимости. Но видно, что не очень торопятся ребята. Либо ждут и пытаются поймать соперника на ошибке. А Джерекс выходит, Куроки спрятались. Фат, боже мой. Просто укопался как, отсюда. Да, как-то они внезапно начали так давить на соперника, и Ехомы на ощущениях отступают, причем никого еще не подцепили. Вот это вот макро, просто макро, стрела попадает в Волчикина, но Фата не может начать драку. Тиммейты далеко находились. Да, это было бы опасно слегка. Абы Солблейд у антимага. Вот это круто, кстати. С Абисалом будет приятнее того же Джиггернаута. Нужно сбустить кого-то, да. Но он, кстати, потерял возможность байбека после этого. После Шимон того, как купил Абисал Блейд. Врыв в Шадоу Демона. Он сейвится дисрапшеном. Стяжка не очень хорошая. В итоге Шадоу Демон все-таки погибает. Слип от SSIS, но в БКБ два героя команды Liquid. И они пытаются убить Олчикина. Есть Абисал Блейд. Олчикин может погибнуть по БКБ. Есть Мантастан, но взрывает его Матумба. Отличная игра от команды Liquid. Укапывается неплохо Сент Кинг прямо по Матумбе. Погоня от Liquid продолжается. Нет слипа, будем помнить об этом. И огромные проблемы у Айса. Но он на развороте убивает Тускара. Есть Юл от Ладланема. Матумба подкапывает его Сент Кинг. Как же здорово тут катят Ехомы. Матумба все еще жив, но он пытается драться. Он пытается убить Ланема. Упрыгивает отсюда. Ланем, погоня за Матумбой. Вообще как-то не хватает героев, мне кажется. И очередной Брустрайк мог бы быть. Не достает сейчас до него Сент Кинг. Очередной блин будет только через 7 секунд. Вот он копнул хоть кого-то. Это Дазл, антимаг. Мирана уже здесь. Антимаг врывается. Стяжка есть. Антимагу нужно лишь добить Нагу Сирену. Нага Сирена отбегает. Гордин Грифс. Нага Сирена погибает. Это, невероятно. Кстати, да, это важный фраг сейчас был. Это все же герой довольно сытный. И денег за него отвалили. Нормально. И Ланема можно поймать. Майн-контрол. Он один. Ему нужна помощь.
Фата далеко. Нет, не успеет. Ничего здесь не успеет. Но драка все равно хороша. Я снова не успел нажать эту проклятую кнопку. Но сам факт в том, что никто бэйбеки не сделал. Эту драку выигрывает команда Liquid. И они вновь отбиваются. Они держатся в этой игре. Они пока ее не проиграли. И, возможно, даже не проиграют. Посмотрим. Игра радует. Да, игра не может не радовать. Это просто какой-то шок-контент. Ну и вновь на графике. Смотрим, они склоняются уже в сторону команды Liquid. Да, это просто результат того, что мы сейчас видели за последнее время. Доказательство того, что команда Liquid заработала деньжат. Антимаг заработал деньжат, что не менее важно. После Abu Soul Blade, мало того, что он рискнул, и тем самым все-таки байбека лишился покупкой этого артефакта. Но ведь этот артефакт сыграл свое. Он убил Джиггернаута. Ой-ой-ой, какая же игра. Я прям. У нас сегодня, знаешь, первая игра была просто потрясающая, вот эта серия Best of 2. И последняя, замыкающая вот такая игра, получается на ура. Вообще, E-Home и Liquid дарят красивую доту нам. Что в первой игре, что в этой. И до сих пор мы не знаем, кто победит. Хотя, конечно, ситуация у E-Home очень хорошая. Moonlight Shadow, попытка ганга от Liquid. Пинги идут от E-Home. Они примерно понимают, что происходит. Иллюзии и где Куча ожидать отправляется опасность. Туда, понимает, что здесь команда находится под Moonlight Shadow. И слип. А ведь БКБшки будут еще проюзаны команды Liquid, но уже не получилось. Как стоят хорошо Ликвиды вместе. Четверых копает буквально Сент-Кинг. Стоит стенка под БКБ Фата и Матумба. Пытаются разрывать, но дэмэджа пока недостаточно. Да нет, все уже живы. Начинают гибнуть Liquid сейчас. Джерекс погибнет. Возможно, и Куру достанется. Ланем за ним здесь перешествовал. И Фата тоже очень много дэмэджа получает. И даже пытался сделать только что ТП-аут. Но, увы, не тут-то было. Юл его здесь встречает. Форо и Матумба, мэн, минус. Поверили в себя игроки Liquid. Да и вариантов других тут, в принципе, не было. Слушай, надо было брать поймают. До конца Фату свою тоже поймают. Руки, инициативу. Это Буров Страйк, это минус Фата. Байбеки последовали. Выкупается Матумба. Может выкупиться и Фата. Есть байбек у Дарксира, но Дарксир не погибал. На саппортов не придется рассчитывать. Ну, хотя появится сейчас уже Тускар. Неужели прямо здесь, не отходя от касса, начинает вновь атаку по Матумбамену. Матумбамен мог бы погибнуть, успел сделать блинкаут. Сенкинг. Ветра 170 хп остается. Улчикин бежит за Фат и пытается забрать Фату. Кидается сетка Фата. Фат оказывается под сеткой. Брустрайк в троих от Сенкинга. Просто похоронный. Но все еще живы у Liquid. И слип откатился у Наги. Будет продолжаться эта атака. Подкоп через секунду. Можно отжимать слип и прыгать по четверым, что и делают. Но БКБ прожимает Матумба и при этом не взрывает никого моновойдом. Драка продолжается. Матумба делает блинкаут. Майнд контрол без ничего. У него 18 секунд до новой стенки. И Old Eleven с еще одним подкопом. Стрела влетает, но она влетает в иллюзию. Фата вносит немало дэмэджа в этой драке. Прыгает Матумба, добивает все-таки Сент-Кинга, этого проклятого и противного Один барак Скорпиона. Остается, у которого 600 хп осталось до мега-крипов у команды Liquid. Боже мой, какая же игра. Под занавес этого дня турнирного. Просто невероятная дота от Liquid и E-Home. Я не знаю, что на параллельных играх, но эта игра явно must-see. А ребят, ты жаловался, начало-то какое было. Да, начало было, может, не самое впечатляющее, но то, что происходит сейчас, конечно, это... Разогнались команды. Очень зрелищно. Один барак остается у команды Liquid. Ну, это не проблема для E-Home, которые фактически половину спушили при помощи иллюзий. Я думаю, что сейчас ребята... Просто вот, знаешь, можно так взять, вот так поднять и смотреть просто. Вот, смотришь на мини-карту и просто все в этих кружочках черненьких. Да. Как же это напрягает, как же это бесит. И сейчас потихонечку иллюзии будут смещаться туда, они чуть подпушат линию. Там уже иллюзии наги бегают, разведку дают. Сейчас новые отправляются. Сделать мега-крипов это пока и не умереть, наверное, одна из основных задач E-Home. А потом уже додавить. Главное не погибнуть. Матумба Мэн сжимает БКБ, дерется со своими иллюзиями. Причем а там они сильные. Нереально сильные, тут его встречают. Айс-айс-айс может погибнуть. Айс-айс-айс минус. Минус Нага Сирена. Как же так? Как подставился Айс-айс-айс? Байбек от него. Он да, и сразу просто мгновенно телепорт на бот. Рошан стоит, сырный Рошан с Аегисом. Нага со слипом идет сюда. Здесь за этого Рошана сейчас будет, возможно, даже последняя драка. Стрела летит, она попадает в Фенрира. Начнут и драку после этого. А почему нет? Но слип все-таки заберет Фенрир. Хотя нет, тот форстафится. Еще и уходит в инвиз.
Смотрим, и начинает драку, конечно, Брустрайкс тоже еще. И майнд-контролю достается, и Матумба-мен врывается, уходит на клиф, не дают ему там нормально дамажить. Майнд-контрол не самая лучшая стенка, не самая лучшая стяжка, ведь уже команда Liquid потеряла троих игроков. Вновь неудачная драка. Повелись на и Фата, никакого ТП. Минус 4 от команды и Home. Остается в живых лишь один антимаг, Матумба-мен и один барак. И никакого Рошана. Никакого Рошана. И сдается мне, что эта игра окончена, так как байбеков у команды Liquid нет. И Home просто могут отправляться в финальный пуш трона. Что они и делают, собственно, под смоком. Игнорируя все на свете. Добивают последний барак, создают мега-крипов. И можно спокойно разбиваться в трон. Да, Галей Fortification не уже спасет команду Liquid. Просто потрясающая игра. Можно. Буря эмоций, море, да, море впечатлений. Но все-таки эта игра подходит к концу. Ну слушай, пока жив антимаг. Пока появляется и Тускар. Там, кстати, Слипнаги был использован. Да, и опять Матумба-мен будет в центре событий. Нужно копать. И БКБ. БКБ успевает поражать Матумба. Сразу же блинкаут. Параллельные иллюзии ломают Т4 вместе с крипами. И очень неплохо получается это. Как же они борются, как же они борются. Я бы дал медаль за эту борьбу, конечно, но победу за такое не присуждают в играх, к сожалению. Вообще Ликвиды стараются здорово. Ищи Рошана забирают и Хоум, просто безнадега.ру. В данном случае .cn. Потому что действительно китайцы в этой игре собрались не на шутку. Разогрелись, да, раскликались. Команда из Поднебесной радует своей подготовкой, на самом деле. И LGD весьма неплохо сыграли сегодня. И Home порадовались сейчас на этой карте. Жаль, что вот не на предыдущей. Что интересный, привитивный был слип от Наги. Дабы никто не вздумал прыгнуть и воровать Аегу. Ликвиды держатся. И Moonlight Shadow. Возможно... Последняя надежда остается тут у Ликвидов. Правда, даже до соперника они не доберутся. Отступает команда E-Home. Боже, как же они хотят победить эти E-Home. Они даже не лезут. Они просто отошли. Они перегруппировались. Докупают себе нужные артефакты, которых менталитет не хватает. Менталитет игроков все-таки, да? Понимаем, откуда команда. И все-таки по поступкам можно узнать. Порой иногда коллективы. Ох, я просто попиваю водичку. Матумба-мен. Что... Матумба-мен очень вовремя ретируется, но Фенрир его достает. Наверняка будет еще и подкоп, но БКБ ждет Матумба-мена, даже подкоп не стал давать Old Eleven. Это, кстати, плохой звоночек, потому что БКБ не будет целую минуту. Прямо да, сейчас но... надо попробовать пойти и 5-секундное закончить. Было. Есть слип у Наги, если что. Эпицентр тоже готов. И неужели ISIS будет давать слип или что? Пока иллюзии. Сетку на Матумба-мена. Вив дается от Дазла. Наблюдаем за Сэндкингом. Он подходит. Пока подкоп не использует. Упрыгивает. Не достает. Не рано, да, не достал до антимага, к сожалению. Антимаг, дизрапшн. Брустрайка не будет, но может сразу эпицентр оставать. Не знаю, хоть что-нибудь. Матумба-мен прыгает, пытается разорвать хоть кого-нибудь. Олдчикен съедает сыр, остается жив и слип. Боже, от как же они стоят сейчас под ультимейт. Кастуют ультимейт, Old Eleven. И подкоп по пятерым взрываются все из команды Liquid. Это good game, well played. Прекрасное это завершение этой игры. Просто жирная точка в этом матче. Мы еще раз поздравляем команду E-Home с этой замечательной победой на этой карте. Но не победа в серии Best of 2. Это ничья. Я 1-1. Все, ребят.